Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вор в законе Худо Гасаян, более известный в криминальных кругах как Худо Саратовский. Для воров в законе самыми опасными днями традиционно становится середина января месяца. Просто мистика какая-то. 16 января 1996 года в Москве застрелили Мирона Мамедова. Прошел еще один год. Все та же Москва, тот же холодный январь и еще один новый труп вора. На этот раз Худо Саратовский, Гасаян. Потом наступил длительный перерыв, пока 16 января 2013 года на выходе из ресторана «Старый Фаэтон» в прицел снайпера не попал дед Хасан Усаян. Кроме почти одинаковых начал конечных дат жизни, выбитых камнетесами на могильных камнях, общим в мистических событиях оказалось то, что все убиенные принадлежали к одной восточной народности, езидам или курдам. Может быть, сакральная тайна их смерти хранится в недрах древней религии, которой традиционно придерживаются езиды. Или убийцы специально выбирают эти дни, считая их удачными. Худо Саратовский, как и большинство езидов, выбравших преступный путь, родился в Тбилиси в 1953 году. В отличие от других соплеменников в воровскую семью он пробился сам, без помощи влиятельных родственников, причем в юном несовершеннолетнем возрасте. В 1970 году 16-летние воры в законе были еще большой редкостью, даже на Кавказе. Возможно, тогда он еще не понимал, какой тяжкий груз взвалил себе на плечи. Худо по профессиональной специализации можно назвать домушником. За серию квартирных краж ему сразу впаяли 9 лет. Худо Саратовский. Начинающему вору пришлось попутешествовать по Союзу и посетить все знаковые для постоянных обитателей тюрем места. Вологодская область, Краснодарский и Хабаровский края, Казахстан, грузинские тюрьмы в Ксане и Артачале, российские крытые тюрьмы во Владимире, Златоусте, Соликамске и Балашове. Худо выучил на зубок воровские понятия, как азбуку, всегда и везде упорно навязывал воровской ход, чем заслужил уважение в среде себе подобных. Вторая ходка стартовала из Москвы. Уже в заключении, из Тбилиси до него дотянулся след от старых квартирных краж, добавивший ему пару лет. В 90-х годах он попробует покорить поволжский город Саратов. К тому времени Худо забросит далеко замочные отмычки и серьезно займется созданием канала поставки наркотического зелья из Казахстана и Киргизии. Саратов как раз лежит на пути из Средней Азии в Москву. Он попробует взять под контроль многочисленную городскую армянскую общину, но потерпит неудачу, вскоре вернувшись в Москву. Несмотря на это, у него навсегда останется в имени приставка с названием города на Волге. К слову, его крестник езид Дата Кувалда, Азманов, прекрасно приживется в том же Саратове и благополучно, с почетом проведет в нем несколько десятилетий. Другой крестник езид Гоча, Думоев, несмотря на опасную профессию, также может похвастаться долголетием. Отмеченным вниманием Худо Саратовского славянам, напротив, выпадет довольно трагичная судьба. Рачу Семипалатинского, Раченко, убьет в Караганде в 1993 году некий Гамлет. Монгола, Вергилюк, познакомившегося с Худо в тюрьме Балашова, подведет сердце в жарком Ашхабаде, а иркутянин-бандит, Банин, успеет проносить на голове корону всего лишь 7 месяцев. Его убьют во Владивостоке. Судя по предпочтениям, Худо Саратовский явно искал агентов влияния в Средней Азии и на периферии России. Сам же он, кроме краткой саратовской страницы жизни и 4 ходок по тюрьмам, отнявших почти 15 лет жизни, предпочитал всем другим местам Москву и Тбилиси. Спокойный вор в законе. В столице он купил шикарные апартаменты на улице Замаренова, обошедшиеся ему в 150 тысяч долларов. Еще 50 тысяч долларов пришлось выложить за штамп московской прописки в паспорте. Проживая в центре кипения воровских страстей, Худо Саратовский, тем не менее, не нажил себе врагов. Он вообще был неконфликтным человек. Единственный раз,
Давным-давно в Златоусте его вывел из себя грузинский вор Саул Харкеладзе, который прямо там получил от езида по ушам. Саул оспорит решение и даже восстановится в правах, но затем вновь потеряет имя, а потом и жизнь. В 1995 году его застрелят в Тбилиси. Худо Саратовский прекрасно ладил с соплеменниками дедом Хасаном и Шакра молодым Калашов. В то же время он прекрасно общался со Степой Мурманским, Фурман, одно время тянувшим против езидской партии. Из славян его другом считался Шишкан, Шишканов. За долгое время путешествий по тюрьмам ему пришлось в неволе подружиться с Вальтером Сухумским, Джанаше, Кокой, Кабиридзе и известным абхазским вором Степаном Греком, Евтиамиди. Грек погибнет в дорожно-транспортном происшествии в 1973 году. Его похороны в Сухуме по масштабу выльются в траурную церемонию, очень похожую на оплакивание генерального секретаря КПСС. Только собравшиеся выразят искренние чувства. Принципиальное соблюдение воровских понятий не позволило совести Худо Саратовского пролоббировать прием в семью своих многочисленных родственников. Зять Тека, Фаризиан, не в счет. Его назвали вором в 1992 году в Тбилиси люди, не имеющие отношения к будущему тестю. Сейчас Тека, пройдя Капотню, Матросскую и колонию в Вологодской области, с нетерпением ждет в Мурмашах под Мурманском лето следующего года, когда закончится 3 года особого режима, полученные по стандартному обвинению для современных воров в законе в хранении наркотических средств. Возможно, доживи Худо до наших дней, он посодействовал бы своему родному племяннику, которого многие в честь дяди ласково называют Худошка. Хотя решение Худо наверняка было бы неоднозначным. Худошка по молодости часто вел себя в местах заключения, как обычный уличный хулиган, иногда обзывая опытных бродяг бомжами. Друзья дяди не раз высказывали ему претензии и просили быть не таким высокомерным. Перевоспитанием племянника вора в законе занимаются во французской тюрьме. Худошка не стал толкаться за место под солнцем в России, а уехал в цивилизованную страну. Там и законы помягче, и тюрьмы поуютнее, и нет такого наглого полицейского произвола. Обвиняемый и потерпевший. Однажды в жизни Худо Саратовского произошел таки комично-трагичный случай, связанный с наркотой. Его джип Isuzu Rodeo неожиданно в одном из переулков Старого Арбата протаранил патрульную милицейскую машину. Менты, распахнувшие двери салона, увидели в нем полуневменяемых от кайфа Худо и его ставленника по Нижнему Новгороду Касьяна Талипова. В бардачке машины тут же обнаружились свертки с опием и кокаином. Задержанных виновников ДТП доставили в отделение милиции для составления протокола и медицинского освидетельствования. Через час туда же заявился нижегородский авторитет Ганс, потерявший друзей. Пришедший на выручку товарищ оказался тоже в наркотическом кумаре, и он занял соседнее с ними место в клетке. Суд вынес Худо Саратовскому довольно мягкий приговор, всего 5 месяцев заключения, но строгого режима. Уже при следующей встрече для милиции он станет не подозреваемым, а потерпевшим. Выйдя из своей шикарной квартиры 16 января 1997 года, в нее живым вор в законе уже больше не войдет. Худо сядет во все тот же красный джип Isuzu Rodeo, заведет мотор и начнет его прогревать. Неслышно к машине со стороны водителя подойдет киллер и выстрелит через стекло всего 2 раза. Этого окажется достаточным. Соседи по дому ничего не услышат. Убийца также незаметно и неторопливо покинет место преступления, как и появился. Через пару часов автомобиль с прикорнувшим за рулем водителем заметит наряд милиции во время обхода своего участка. Экспертиза только сможет определить, что стреляли из пистолета Макарова. Других концов она не добудет. Следователи предполагали, что причиной смерти вора в законе мог быть конфликт интересов на почве наркоторговли. Еще негласные поставщики информации из криминального мира столицы поговаривали, что Худо Саратовский запустил руку в воровской общак, взяв оттуда для личных нужд 600 тысяч долларов и не возвратил их вовремя, но в это верится с трудом. Тело вора в законе перевезут на родину,
и похоронят в Тбилиси на кладбище Кукии.